500 лет назад в Португалии родился Аматус Лузитанский, один из крупнейших авторов евреев первой половины XVI века, писавших на медицинские темы. Опубликованные им 7 книг принесли ему славу серьезного исследователя в таких областях, как анатомия, внутренние болезни, дерматология и душевные болезни. Однако царившие в ту пору нравы не давали ему возможности долго жить на одном месте. Португалия, Испания, Бельгия, снова Португалия, Италия. Наконец, в 558 году он переехал в Салоники, где открыто исповедовал иудаизм до конца жизни. 105 лет назад утихли события, связанные с роспуском Первой Государственной Думы. В нее было избрано почти 500 депутатов, среди них 12 евреев, 5 от сионистов, остальные от других партий. Дума приняла большинством законопроект об отмене законов, которые дискриминируют какую-то часть населения России как религиозное или национальное меньшинство, но он не получил силу закона из-за досрочного роспуска Думы. 100 лет назад в Дгании на берегу озера Кинерет обосновалась образованная первопроходцами из России группа коммуна Хадеры, в которой были разработаны принципы равного распределения труда и коллективного обеспечения ее членов, что сделало Дганию матерью всех кибуцев. Среди ее основателей двое из лидеров социалистического направления в сионизме – Йосиф Барац, прибывший с Украины в 906 году, и Йосиф Бусель, который репатриировался из Белоруссии спустя 2 года.